Всем привет, с вами канал Китай Фак, и сегодня у нас долгожданная новинка — лазерный уровень Fukuda 3D. Сразу хочу сказать, что дошел уровень достаточно быстро, был заказан на AliExpress. Ссылку на проверенного продавца я оставлю под видео. Пришел вот в такой пенопластовой коробке. Ну, в принципе, как обычно, китайцы отсылают все в пенопластовых коробках. Помимо просто уровня, в коробке у меня еще был фонарик, потому что продавец в этот день понизил цену, и получилось так, что я переплатил. И он мне сказал: возьмите что-нибудь еще тогда на $15. Я выбрал фонарик, LED-фонарик. Потом сниму про него видео тоже. Так, в комплекте, значит, сам уровень. Что меня сильно удивило, он на самом деле намного меньше своих конкурентов. Просто форма такая же. Предполагалось, что и размер будет такой же, но он намного компактней, чем тот же там RGK PR 3D, Vega 3D, Bosch GL 380. Ну и, соответственно, сама цена. Сейчас он стоит 10 800. Согласитесь, в 3 раза дешевле. Так, потом вот такое поворотное основание. Оно же является переходником с 1/4 дюйма на 5/8. Пластиковая мишенька. В качестве бонуса послали вот такой медальончик, брелочек в виде совы. Ну и ремешок для сумки. Инструкции нет, но, как на мой взгляд, она в принципе не нужна. Все на сайте написано, то есть тут ничего сложного нету, все понятно, управление просто очень банальное. Так, ну давайте пройдемся по прибору. То есть прибор, как видно, очень качественно выполнен, все четко подогнано друг к другу, обрезиненный корпус. Если честно, меня приятно удивило. Эта сборка вообще очень качественная. Уровень 3D, соответственно, строит 3 замкнутые плоскости, потому что используются новые конусные призмы. Включение прибора происходит тумблером. Всего 2 положения: on и off. И эта клавиша переключает плоскости по отдельности, что позволяет экономить батареи. Батарейный отсек рассчитан на 4 батарейки. Довольно плотно закрывается. Прибор в основании имеет резьбу 1/4 дюйма для крепления на обычный фото-видео-штатив. На любой подойдет. И, соответственно, в комплекте есть переходник. Он же является поворотным основанием с резьбой 1/4 дюйма. В нем уже резьба 5/8 дюйма. То есть можно устанавливать на любой геодезический штатив, либо штангу. Да, насчет размеров. Если кто знает, германский уровень Geofennel германской марки, он достаточно небольшой, компактный приборчик, то видно, что они по высоте одинаковы. То есть такой же маленький прибор, только с 3 плоскостями по 360 градусов. Этот прибор сейчас стоит в районе 8 500, этот 10 800. Ну какая глобальная разница. Так, ну давайте посмотрим, какая у него оптическая схема, какие плоскости строит. То есть тумблером включается, сначала загорается горизонт, линия яркая, четкая. И по отдельности включается одна вертикаль и вторая вертикаль. Если посмотреть, то перекрестие на полу и перекрестие на потолке — это будет являться полноценным отвесом. Ну давайте попробуем сравнить его с чем-нибудь по толщине линии, с тем же Geofennel сравним именитым. Посмотрим, на 5 метрах, на 12 метрах какая толщина линии будет. Вот поставили на 5 метрах лазерный уровень Geofennel и Fukuda. Линии практически одинаковые. То есть что у Geofennel, что у Fukuda. Толщина линии на 5 метрах в районе 2 мм, чуть поменьше. Просто видно, наверное, на видео не очень. Что вертикали, что горизонтали. У обоих тонкие, яркие линии. Ну, давайте посмотрим на 12 метрах, как будет расползаться линия. Ну вот на 12 метрах история такая же, что у Geofennel, что у Fukuda. Линия практически одинаковая, очень яркая. По толщине где-то в районе 5 мм. 4-5 мм. Что вертикали, что горизонтали. Поэтому, ребята, рекомендую, честно говоря, этот уровень. Очень хороший прибор. Ну, в следующем видео посмотрим его на точность. Так производитель заявляет точность 2,2 мм на 10 метров. Довольно точный прибор. Если будет точный, яркий, и за такую стоимость, то это просто находка. Давайте пройдемся немного по плюсам и минусам. Плюсы, значит,
Очень качественная сборка, простое управление, отдельно переключаются плоскости для экономии батарей. К несомненным плюсам надо отнести конусные новые призмы, так как они позволяют близко подносить либо к стене, либо к потолку. Допустим, это намного удобнее при оштукатуривании, либо отделке стен, обшивке, либо при монтаже любых видов потолков, натяжных, подвесных. То есть максимально близко можно подвинуть к потолку, будет сантиметр до потолка будет линия. Также удобно подносить их к стене очень близко. Плюс, соответственно, наличие отвеса полноценного. Сигнализация о разгоризонтировании. Но она чисто визуальная, звуковой нету. Функции заблокированных компенсатором у этого прибора нету. Но опять же, благодаря что сигнализация такая только визуальная, в принципе, можно размечать под наклоном. Единственное, что она будет мигать, но пищать не будет. Также из минусов можно отметить, что нет работы от сети и нет режима работы с приемником. Но как работать с прибором на улице, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Ссылка в правом углу. Не обязательно иметь приемник, можно просто работать, допустим, с линейкой. Друзья, не забываем подписываться на канал и не забываем о конкурсе. Когда наберется 1000 подписчиков, разыграем первый лазерный уровень. Всем пока!